Друзья, всем привет! Мы едем на поиск, мы едем на коп, на пляжный коп. Смотрите, какая ситуация. Я не знаю, когда, в принципе, выйдет этот ролик, но у нас дома инкубатор. И не сегодня, завтра будут цыплята у нас вылупятся. Ну, если вылупятся, конечно. Есть, кстати, видео на лайв-канале. Я ссылочку оставлю на лайв-канал, вы там смотрите. Кстати, на том канале про нашу жизнь, как мы отдыхаем, где мы отдыхаем. Кому интересно, переходите, смотрите. Так вот, цыплята будут, ну, если будут, конечно. Миша у нас занимается этим вопросом. Не можем мы никуда поехать. Ни на моря, ни на океаны, ни на озера. В общем, прикованы мы к дому. Цыплята, еще раз цыплята. Я вообще в шоке, если честно, понимаете? Ну да ладно. Мишка захотел, пусть будет так. И поэтому мы на пляжный поиск здесь, по месту. На место и пляж. В общем, давайте посмотрим, что из этого получится. Вот такой небольшой пляжик. Я здесь в прошлом году был. Помните, я показывал, сколько здесь было мусора, убирал мусор здесь. Хочу вам показать. Смотрите, абсолютно чисто. Абсолютно чисто, уже середина лета. Люди купаются, я знаю, здесь. Совсем нет мусора. Я не знаю, то ли это мой ролик так повлиял. Я не могу сказать. Ну, помните, я здесь собирал и бутылки, очень много было мусора. Я еще жаловался, что местные, так сказать, свиньи, да? И надеялся, что порядочных людей намного больше. Видите, какая чистота? В общем, идем, вот этот пляж небольшой. Мы его сейчас быстро пробьем. А искать сегодня будем металлоискателем Equinox 800. И видите, я его в чехольчик от солнца, от прямых солнечных лучей, чтобы не нагревался. 800 Equinox. Программа стоит поле 1. Спасибо Сергею. Я ссылочку, кстати, оставлю под видео, где я его покупал в магазине. Так вот, товарищ Камрад, который в магазине продал мне этот, созвонился я с ним, и он мне подсказал, какую программу поставить. Очень отзывчивый человек. Оставлю ссылку под этим видео. Если что, вдруг пишите, звоните, всегда поможет, всегда подскажет, всегда подберет вам металлоискатель, не обязательно Equinox, любой на ваш выбор. Так, ботиночки, шортики, буду 5-миллиметровые, они высокие, закрывают все жизненно важные необходимые органы. Хабарница вот такая у меня, вот, ну и скуп. Камера у меня Econ H9R, не буду даже показывать, она лежит сейчас в тенечке, чтобы не нагревалась. Все знают, какой камерой копаю. Все, меньше болтологии, заходим и ищем. Вот таким образом, друзья, я всегда охлаждаю приборчик перед тем, как зайти под воду. Потому что все-таки на суше намного теплее, чем под водой, чтобы не было удара для него. Так, программу использую поле 1, настройки, которые мне дал Сергей. Ссылочку на его магазин оставлю, там, где я брал металлоискатель, оставлю под этим видео, как я уже сказал. Итак, приступаем. А что у нас по чувствительности? Так, чувствительность, друзья, я до 17 уберу. Пляж здесь, грунт я знаю. Грунт здесь не очень. Находки глубоко не лежат. Здесь глина такая, надо шкрябать, знаете, с кубом, чтобы... О, сигнал. Чтобы это все поднять. Итак, первый сигнал. 14-15. Завелика катушка. Великовато. Поэтому не совсем четко определяю, где этот сигнал будет лежать. И поэтому... Нет, видите, не достал.
И поэтому, вот, уже поменялся сигнал, или это другой. Я уже буду вам показывать, не буду, вернее, показывать, как я делаю эти бесполезные попытки. Смотрите, сколько сигналов, а? Бесполезные попытки. В общем, выкопаю, буду показывать. Вот он, первый сигнал. Вот что я так долго рыл. Ха, пробка. Не мудрено. Так, рядышком был еще сигнальчик. Сейчас, секунду. 50 копеек у нас. 50 копеек. Пробка. И рядышком был полтинничек. Пойдемте поглубже зайдем. 10 копеек. Современная Украина. Ходячка. Пойдемте глубже. Да, совсем неудобно с такой большой катушкой. Все-таки, наверное, нужно брать маленькую. Думал, что у нас вроде. Думал, что пристреляюсь, а на самом деле... Ой, тут что-то вообще под камышом. 50 копеек возле камыша. Идем дальше. Очко. Опа, где-то должно быть второе. Сейчас будем искать. Одно очко нашел. Так, вот сигнальчик. Походу, на берегу мусора нет, а в воде мусор есть-то. Перехвалил местных. Не, ну все равно, на бережок чистый, приятно. 10 копеек. По-моему, 10 копеек, да? Вот. Ходячка. Продолжаем. Друзья, если что-то ценное найду, я к местным обращаюсь. А вы смотрите внимательно. Вдруг ваше найду. Не вопрос. За мороженое или за шампанское, смотря что найду. Или даже за коньяк крутой. Верну хозяину. Сигнал. Сейчас будем искать. Очередные 10 копеек. О, свежие, свежие. Берем и идем дальше. 25 копеек. Смотрите, сколько лежат. Коричневые. Они уже, кстати, у нас не ходят. Не ходячка. Очередные 25. Смотрите, какие чистые. Красивые. Хотя уже не ходят у нас около года. Хотя... Может, кто-то и выбросил. Ладно, продолжаем. Пробка. Дальше пошли. Так, а вот здесь уже глубоко. А камера у меня не подводная. Ой-ой-ой-ой-ой. Сейчас утону, блин. Ого. Вот это обрыв здесь. Так, возвращаемся. Блин, я вспомнил, там есть обрыв, я забыл, я в прошлый раз тоже чуть камеру не утопил. Блин, блинский. Гривна. Гривна Украины. 10 копеек. Здесь такая взвесь на дне, блин. Пока скуп достанешь, она уже вся... И растворяется. А снизу глина. Так, ну что, давайте еще вот здесь немного пройдем. Пляж у вас совсем небольшой. Совсем небольшой. Да будем уже заканчивать. Очередная пробка. Мусор. Так. 10 копеек. О! И еще. И еще копейка. А, не, стойте, это гривна. Тьфу ты, копейка, говорю. Одна гривна. Ну, наверное, б я ее не зацепил бы. Если бы здесь копеек не было. Так. Сейчас еще вот здесь буквально пару-тройку метров. И на этом будем заканчивать, друзья. Ну, вот так под конец может только... На-на! И золото.
Да, в принципе, больше ничего и нет. Пляж небольшой, поэтому будем мы уже выходить с вами. Ну вот и все. Ну вот такой он сегодня пляжик. Это местный пляж. Ничего там нет. Я даже обзор не буду делать. Монеты, пробки, мусор. Такого ничего нет. Ценного. Вообще ничего. Ветер поднялся. Пишите, кому нужны цыплята в комментариях. Еще 3-4 дня вылупятся, посмотрим. Но пока никуда не можем поехать из-за этого. Ладно, вы подписывайтесь, все равно мы поедем. Моря, океаны, озера, реки нас ждут. Пляжный поиск в самом разгаре. Так что обязательно подписывайтесь и проверьте колокольчик. Потому что YouTube что-то чудит. Все, золота сегодня не было. Но мы ищем. И оно будет. Все знают, да? Кто ищет, тот обязательно найдет. Пока. Здоровья всем и удачи. До следующего видео. Подпишись вот сюда. На вот это.